Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making... Привет всем, сегодня поговорим мы про новую камеру Sony Alpha 7.4. Тесты на канале мы уже провели, ссылочка внизу, посмотрите, если не смотрели. А сегодня поговорим про плюсы этой камеры. Первое, что хотелось бы сказать, это гибридная камера. Она подойдет и видеографам, и фотографам. Новый сенсор 33 мегапикселя дает возможность кропать фотографии практически без потери качества. Также улучшена цветопередача в этой камере. Если сравнивать с тройкой, которая сейчас нас снимает, здесь уже подтянули цвета, они более насыщенные, более глубокая цветопередача и динамический диапазон. Новый процессор в 8 раз быстрее. Также улучшили автофокус, теперь он стал намного быстрее. Благодаря новому процессору алгоритм прочитывается быстро и скорость фокусировки возросла. Появилась функция отслеживания объекта в реальном времени, как это есть в Sony FX3 и Sony S3. Вы тапаете по экрану, и камера следит только за этим человеком, не переключаясь на других людей. Появилась запись 4К 50-60 кадров, но с кропом. Также хочется сказать, что кроп 4К 50 кадров практически не имеет роллинг шаттера и подходит для задач, где нужна быстрая и эффективная съемка. 4К теперь пишется с передекоритизацией 7К, следовательно, более качественная и более четкая 4К. Появился встроенный микрофон с подавлением шума. Теперь посторонние шумы будут отсекаться, а главные звуки будут записываться на встроенный микрофон этой камеры. Важный для меня пункт, который мне очень пригодится как видеографу, это активный режим стабилизации. Он основан на гиродатчиках, которые встроены в эту камеру, и идеально стабилизирует картинку. При этом появляется небольшой кроп кадра, что мне не мешает. Зато я могу снимать с рук, не имея стабилизатора в объективе. Давайте пройдемся по портам. Здесь у нас полноценный HDMI, что не может быть хорошим плюсом. Дальше. Отдельно у нас, чтобы не путаться, вход красный на микрофон. И отдельно у нас открывается выход на наушники. Далее, USB Type-C, USB. Кстати, один из плюсов этой камеры для блогеров, она может превратиться в веб-камеру, вести трансляцию на YouTube, записывать вас. При этом все это через USB, без дополнительного софта, рекордеров, каких-то дополнительных устройств. Это же круто. Слот для карты памяти. Один из них сдвоенный, один из них одиночный. Сдвоенный слот может принимать в себя карту CFexpress A и SD. Второй слот SD, все они UHS-2. Так, по портам прошлись. Аккумулятор такой же, как в тройке. По эргономике. Теперь камера стала больше, улучшился хват, появилась более внушительная батарейная ручка, скажем так, за которую удобно держать камеру, что фотографам, что видеографам, видеографам тем более. Появился поворотный экран.
Многим он не нравится, типа его можно сломать, но меня это не парит, я вот так беру и снимаю без всяких проблем. Качество экрана очень-очень стало лучше. Он теперь сенсорный, можно зумить фоточки, как в телефоне, наконец-то 21 век. Теперь из минусов, нельзя как в тройке повернуть его вверх, только если откинуть и повернуть. Это немного неудобно, но достаточно 2 дней поснимать, дело привычки, и все отлично. Теперь без поворотного экрана уже неудобно снимать. Появился режим переключения между фото и видеосъемкой, а также режим таймлапса и замедленной съемки. Мне понравилось, что здесь, именно в корпусе этой камеры, что улучшилось качество, то есть пластика, материалов. Кнопки стали прожиматься удобно, то есть их приятно нажимать. И заглушечки вот эти теперь открываются мягко, прорезиненные. И не как в тройке, они все там шумят. В общем, они из качественного пластика, то есть камеру более качественно сделали. Ну вот, и грех не рассказать про эти ушки, уже кто только не рассказывает. Теперь они не дребезжат. Также в четверку добавили шторочку. Снимаем объектив. А тут защита от пыли. Одеваем объектив. Включаем камеру. Шторка открывается. Скажу вам информацию, которой нет нигде. По слухам, данная камера имеет затвор от А9-2, что рассчитано на 400 тысяч срабатываний, так как в тройке был ресурс 150 тысяч, что делает эту камеру более профессиональной в сегменте. А если можно сказать, что тройка, она наполовину любительская, наполовину профессиональная, то эта камера уже профессиональная. По видео возможностям, что для меня более важно. Наконец-то хорошая Full HD, не мыльная, резкая, четкая. А внизу будут прикреплены тесты съемки Full HD 422, S-Log, HLG, Cineton и стандартный режим. Скачивайте, крутите, смотрите. Пожалуйста, старался для вас. Новая функция — карта фокусировки. Вы можете наблюдать здесь, как это примерно выглядит. Вот. Но скажу сразу, я не пользуюсь, я привык к стандартному фокус-пикингу, то есть я вижу, что в фокусе окрашивается. Минус этой функции то, что, ну, как бы все синее, да, и, ну, как бы на картинку неудобно смотреть, ты не видишь ее цвет, баланс белого и так далее. Появилось дополнительное колесо, вот оно, дополнительное колесо, которое можно назначить любую функцию, то есть и плюс оно фиксируется, да? Тройки все, наверное, помнят, как мы всегда задеваем это колесо. Сейчас зафиксировал его, и все. Оно уже никуда не денется. Ну и плюс кнопка записи видео теперь сверху. Для меня это очень удобно, под большой палец. На тройке, допустим, у меня кнопка записи видео здесь сломалась. То есть она поражалась полностью. Так, так, так. Итак, проведем тест при ночном освещении, при фонарях. Поехали.
итоге, это идеальная гибридная камера, которая подходит фотографам и видеографам. Если вы занимаетесь и фото, и видеосъемкой вместе, то тем более эта камера для вас. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк. А далее будут еще интересные видео про технику, а также про эту камеру. До встречи, пока!